Придуман он был Тимуром Новиковым и Иваном Сотниковым, художниками, которые в то время работали на Пушкинской. Вот, и как видите, он очень простой. Это, собственно, утюги. Они висят и звучат. Вопрос даже не в том, что на них надо как-то уметь играть. Наверное, вопрос в том, чтобы их надо просто уметь слушать. Это важнейшее из искусств. Огромную долю информации человек получает просто из окружающего мира, потому что слушает. Можно просто подумать и послушать, этого достаточно. Thank you.